Всем привет, всем доброе утро. У нас сегодня потрясающее, хорошее утро. Почему? Потому что мы сегодня хотим посетить с Сашей храм на крови. Я уже собралась, макияж я практически не красилась, накрасила лишь реснички, брови, губы вообще не стала красить. Ну, как бы в церковь не положено, я в платье. Не знаю, конечно, у меня нету, что вот прям до колена. Получается чуть выше колена, но в любом случае прямое строгое платье. Я думаю, меня пустят в платье. Вот, что еще сказать? Очень хочется посетить этот храм, так как в этот храм привезли частицу пояса Святой Богородицы. И, конечно же, посетить такой храм, преклониться к Святой Богородице, к ее поясу, попросить, как говорится, о всем том, что лежит на сердце и на душе, очень хочется. Так что мы отправляемся в церковь, и вроде как я поняла, что эта церковь еще музей. И там еще Романовы, да? А вроде как там еще захоронены Романовы, и там как музей находится. Ну, не знаю, если там еще есть музей, как говорят, я просто там ни разу не была, то я, возможно, вам даже поснимаю, ну, сам музей. Ну, а то, как мы уж будем молиться, я думаю, это снимать не буду. Что ж, мы собираемся, мы отправляемся в дорогу. Что, мы приехали. Здесь еще нас должны ждать Вика с Семеном, они тоже хотят сходить в церковь вместе с нами. Так вот этот храм, вот он. Сейчас сходим. Саша, тебя и не видно. Ты такой высокий, мне на тебя камеру тяжело направлять. Привет! Всем привет! Так, все. Ой. У меня прям, я вот уже к церкви подхожу, у меня уже какое-то прям аж волнение в груди. У тебя нет такого? Да нет. Очень красиво, я сейчас покажу. За деревьями, конечно, плохо видно. Вот храм. Вот он. Так, мы перепарковались, сюда машину поставили, вот церковь. Смотрите, тут вот как раз идут фотографии Романовых. Видно вам? Плохо видно далеко, да? Вот Романовы. Кстати, вы знаете, что Сашина родная прабабушка была нянечкой, да? Ну да, она призыва, учила вышивать детей Романовых. В общем, Сашина родная прабабушка была нянечкой у детей Романовых. Так что нам чем-то даже близка эта семья. Вот так вот, такие вот. Мне когда Саша рассказал, я говорю, вот это да. Вообще. Так вот церковь, смотрите, как красиво вообще. Так вот Романовы. Храм. Ну да, храм. А вон Вика с Семеном. На 17 июня 18 года приняли мученическую кончину император Николай II, его августейшая семья и их верные спутники. Все, они уже все зашли. Я сейчас тоже буду заходить. Надо ли было это остановить? Обновить бы только, конечно, мешало. Что я хотела рассказать? Все, мы посетили церковь. Храм. Я обревелась просто нереально. Я не знаю, с меня прям валилось вообще. Так хотелось плакать, я ничего с собой не могла сделать. Я стояла, у меня просто слезы градом.
Ну, все хорошо, я очень довольна, что мы посетили храм. Тебе понравилось, Саша? Да, да, вообще. Мы купили родителям себе святой вот этот пояс, который светился, ну как бы, ленточкой. Намолен на частице пояса. Да, на частице пояса освещали вот эти вот частички пояса и их продавали. Вот мы, короче, купили себе и родителям, и бабушкам, ну, короче, всем. В общем, у нас теперь будет частичка святой этого пояса. В общем, мы довольны, сходили, покушали, там он сзади, не знаю, видно, не видно, наверное, Вика с Семеном. Сходили, покушали в кулинарию. Очень вкусно было, да, Саш, тебе понравилось? Угу. Вкусно, сытно и недорого, мы так решили, да? Да, да. Мы все решили, что вкусно, сытно и недорого. А сейчас какие у нас планы? Сейчас мы хотим посетить какой-то парк, да? Радуга парк. Радуга парк. Нам тоже в комментариях писали, что съездите, вам будет интересно. Ну, что там интересно, красиво. В общем, едем посмотреть на Радугу парк. Какой пшено? Мы приехали куда? В парк? Какой парк, Саша? В Радуга парк. Мы приехали в Радуга парк. Как здесь классно вообще! Давайте вам буду показывать. Смотрите, какой звереныш. Вот это колесо, которое, помните, я издалека видела. Обязательно сегодня на нем покатаемся. Тут такое озеро, и можно покормить уточек. Надо только хлеб купить, Саш. А что? Букеи можно купить. Че? Хлебом нельзя. А? Хлебом нельзя уток кормить. Че? Хлебом нельзя уток кормить. Почему? Потому что у них желудок встанет. Так надо что-то купить, Саш. Ну, в окей надо. Семечки. Вот они, красавцы. Да. Вообще, какие они классные. Он сейчас люди их будут кормить. У нас ничего нету, чем кормить. Вот она. Дальше, дальше. Прям замахивайся туда подальше. Отпусти мешок. А мой фото хочешь? Все, примчались все сюда. Убей. Да, только нам нечем их кормить. Потому что надо корм. Посмотрите, Велочка. Вон, видите? Ой, какая классная. Такая клевая вообще. Да, подожди, она еще не спрятала. Сейчас у вас есть редкая возможность. А пока она не спрячется, она не будет ее выбрать. Что в нашей широте, в данной местности, большая редкость. В данный момент панда с единорогом пытаются подманить белку. Для какой цели, мы пока не знаем. Возможно, привести кормление. Белка боится единорога. И настойчиво продолжает преследовать. Тут и панда подключилась. Все мы знаем. Комментатор. Ой, у меня увеличено, подожди. Подожди. Неповоротливый, но все-таки участвует в погоне. Мы тут гуляем по парку. Вообще классно. Единственное, что мы заметили, то что тут все для детей, тут для взрослых ничего нету.
веревочный парк. Я говорю, пойдемте на веревочный парк, я бы, ну, хотела пройтись. А я захожу, он там детский, ну, то есть взрослым туда нельзя. Ой, тут что-то прикольное тоже, смотрите. Вот. И, в общем, каток тюбинг. Тюбинг. Вот, и это. Получается, взрослым, ну, вот это вот колесо, я так понимаю, обозрение. И все, и просто гулять. Все аттракционы, тут все для деток, для маленьких. Взрослым туда нельзя на них кататься, ходить по ним. Ну, вот по этому веревочному парку. Ладно, просто погуляем, это полезно, в принципе, гулять. А что делать? Тут уже делать нечего, мы весь парк прошли. Поехали, покатимся. Мы дошли до колеса. Смотрите, какое оно огромное вообще. Сейчас поедем кататься на нем. Мы уже весь парк прошли. Весь парк. Чего? Что мне расскажите, что такое, что такое? Мне расскажите, что? Если брать по просто один круг, 300 рублей, у нас получится 1200. Так мы возьмем VIP-кабину до 6 человек, два круга за 1500. А, на 300 рублей, что? Короче, 1750. Дороже, но зато два круга, да? Да-да-да. А, прикольно. VIP-кабина. VIP-кабина, мы поедем в VIP-кабине. Я думаю, а где она, интересно? Ну да, но только что два круга на ней можно. Не, они все должны быть с подогревом, да, мне писали в комментариях зрители. А как ее определить, что она едет? Да никак, это любая, просто ты два круга на ней едешь, Саш. Да-да. В общем, мы едем, да, за 1500, да? 1500. С четверых. На четверых 1500, да? Ну, там до 6 человек на два круга. Так, мы уже прошли вот так, этот, как его там, вход. Да, вот он наш. И вот ждем нашу VIP-кабинку, это обычная. Да подожди, ну, Саша, она до меня еще не доехала, что ты меня толкаешь? Запрыгивай, запрыгивай. Опа! Так. Ух, я села. Ну да, она что-то возвращается. А чем она отличается? Шторками? Подушечки, шторка. Подушечки, да? Шторки. Это романтическая, да, обстановка. Сейчас можно предложение на колесе. А что мы так шатаемся, народ? А что мы так шатаемся? Ну, потому что садились, раскачали немного. Она не это, не упадет из-за того, что мы ее раскачали. Нет. Ты видела болты? Которых вообще все держит. Саша. Я нет. Но очень хотела бы посмотреть. А между прочим, Саша боится высоты. Да, мы сейчас шли, Саша говорит, я не знаю, как я на нем покачусь, я боюсь высоты, но он правда боится высоты. Я говорю, я тебя спасу, защищу. Так. Как тебе, Саша? Блин, так шатает. Мы прям качаемся. Может быть, один круг она едет? Нет, мы поедем два круга. Вообще, тут прикольно. Как сказать. Чего? Тебе не нравится, Саша? Нет, да? Вот там какой-то медведь, смотрите, еще есть. А где? Или кот, кто ли это? Ну, просто игрушка типа с котом. Так, я его видела. Ну да, в кабинке тепло. Вот озеро, которое в парке находится. А это что? Это просто город. Просто город. Блин, мы до сих пор шатаемся. Мне страшновато, что мы шатаемся. Мы уже выше деревьев поднялись. Вон деревья внизу под нами. Вот как он может быть 52 этаж, да, Высоцкий? Смотри, если остальные. Где Высоцкий? Ну вот прямо, видишь, круглое. Круглое такое здание синее. Прямо, вот дома вижу. Красные, серые. Видишь, там чуть-чуть сдвигайся. Вот смотровая площадка, смотровая, да. Ты видишь? Вон он, Высоцкий, прямо. Вот смотри, здание синее, красное, серое. И вот сюда сдвигайся правее. Видишь? Ничего не вижу, ну да ладно. Смотри, вот сюда клонись. Ты смотри на вот эти здания. А, вот. Нет, вот это вот?
Вот это вот, да, Саша? Да, точно. Вот, это Высоцкий. Мы туда тоже хотим попасть. И там какой, этаж? 52-й этаж, смотровая площадка. Ой, как здесь тепло дует. Это прям вообще. Да. Откуда-то, откуда дует? А, вот откуда дует. Я думаю, откуда дует тепло. Да, озеро красивое. Угу. Озеро. Да, замерзло, но все равно это, видимо, искусственное озеро. Да, ну там, уточки, смотрите, да, там уток, да, кормили, вон я снимала. Она. Люди в Окей покупают пшено, и пшеном кормят, да? Уток, да. Угу. Там что видим, значит, там центр. Что, что мы еще хотим посетить, ребят, рассказываем. Мы наши, обязательно наши планы. Сходим в тир, сейчас узнаем. Но не в детский только. Нет, объясни, нет, объясни, нет, какой мы хотим. Тир, где стреляют с боевого оружия, гладкоствольного. Да. Несколько видов там пистолетов. Еще мы думаем на футбол сходить, да? Если ну, получится. Время, если времени, получится, да, то сходим. Мы сходим на потому что мы тут проезжали. Да, потому что мы тут проезжали огромный стадион в Екатеринбурге. У меня на меня не смотрите, во-первых, еле-еле накрасилась, во-вторых, я очень много плакала в храме. У меня лицо, конечно, красное. Нет, сегодня, если так разобраться, можно загуглить. Тут недалеко есть картинг. Это что такое? Ну, это вот на гоночные машины. О, прикольно. Ну, вам, может быть, с Викой не будет очень прикольно, но нам с Самком будет прикольно. А может быть, будет. А может, нам еще прикольнее будет, вот чем вам. Да, Вика? Мы с тобой еще их сделаем. Перекусить, загуглить адрес. Я не могу думать о еде, я объела в этой кулинарии. Я вообще хочу кофе. Ты торт только что съела в кулинарии. Мороженое. У него такой кусмяра торта был. Ну, не такой прям кусмяра. И я снимала, я показала уже по-любому, какой у тебя был. Не, в отпуске нам можно все. Мы, знаете, вот домой приезжаем, думаем о диетах, о том, о сём. А когда в отпуске, надо баловать себя вкусной едой, тем всем. А уже домой приехали, сиди на супчике себе спокойно, правильно? На гречку суп. Режим, диета. Но в отпуске надо себя баловать и тортами, и креветками, и всем, чем хочется. Правда, да? Вот вы согласитесь, вот все равно этот очень город классно с Волгоградом не сравнится. Вот прям. Мне нравится в Волгограде набережная. Мне, да, правда нравится. Ну, набережная, панорама. Ну, мне, ты знаешь, Семен, мне очень тяжело сравнивать, потому что я тут еще практически ничего не видела. Если честно, я, ну, в основном у себя в квартире в съемке сижу. Я ничего не видела еще толком, и мне тяжело сравнивать с Волгоградом. Ну, насколько он прикольный. А еще нужно вечером, в вечернее время сходить на плотинку. На плотинку. О, и ну, вот сейчас там озеро там хорошо видно, уже повыше поднялись. По-моему, музыкальные светящиеся. Сними фонтан. Горка какая, да, зимняя для Тюбинг. На Тюбинге. А, да, класса. Вот, смотрите, тут какая и горка сильно, в парке. Так не качай нас. Нормально. Вот, смотрите. Нормально. Огромная, огромная. Ты главное горка. Пин-код от карточки скажи, Александр. Мы же должны знать, на какую, на что покупать тебе апельсины. Блин, здорово вообще, мне очень это нравится. Это тоже какая-то площадка. И тут вот сплит-система, да, прям тепло. Это, видимо, дует. Может быть, на роликах, наверное, видишь, какие-то вот эти. Да, вот. Мы там читали, еще где-то есть на роликах тоже кататься. И вот этот вот веревочная трасса. Не, или ну что-то. Вот на этой бы я парк не стал бы кататься. Вот. Но тут в основном все для детей, да, тут для взрослых нет, мало нет, что. Так мы все нет, уже на самом верху или да, нет еще? Ну, вот, кстати, мы бы тут недалеко. Мы уже, мне кажется, на самом верху, да? Да, вон. Нет, это там метро, и там же где-то метро. Внизу, а вон, смотрите, эти машинки вон, видишь, катаются. Вот это что за водоем? Вон, внизу, смотри. Ну как? Это какой-то парк на машинках, вон. Водохранилище, это пруд. Смотри, видишь? А, ну это детское. Детское. Это совсем детки ездят. Ну, на машинках тоже. А для малышей, да. Это же это. Верхосельское водохранилище. Вот, мы уже в наниз пошли, ребят. Да. А у нас еще будет круг. Да. Опять наверх пойдем. Красиво, конечно. Да мне вот вниз, смотри, как красиво. Вот смотри, опускаешься, и так вот вид. Угу. Вот смотри. Да, вообще классно. Красиво. Вообще здорово. Тут столько леса тоже много. Тут, кстати, где-то недалеко Академ. Ты так внимательно, Саша, смотрел. Так, а еще что интересно тут посетить? Пишите, кто местный. Мне вот, кстати, в комментариях писали,
что, ну, много есть, кто живет в Екатеринбурге. Пишите мне, что здесь еще интересного посетить. Мы с удовольствием сходим. Вы-то больше знаете, чем мы, что тут есть прикольного, какие места, да? Угу. Пишите в комментариях, я прочитаю, и потом схожу туда, куда вы мне напишите. Ну вот про этот парк мне писали в комментариях. А что вокруг? Что вы ржете? Что вы ржете? Они как всегда. Сами с собой, да, Вика? Мужики. В своем, о мужском. Ладно, что, второй круг я не буду снимать, вам, наверное, скучно. Это нам интересно, потому что мы тут находимся в кабинке, вам, наверное, скучно смотреть. Да нет, готовим. Уйди. Какая красота. Это ваша белка? Это местная, ну да. Можно с ней сфоткаться как-то? Фоткайтесь. Белка, иди сюда. Белка, иди сюда, иди, белка, здесь. Иди сюда. Иди, иди. Иди, иди, маленький. Саш, сфоткай меня. D и 5D. В телефоне картинка прямо. А здесь на самом белку. Вот. Стоит 250 рублей. Прикольно. Давай прокатим, поедем. Я не знаю. Погнали, кто первый? Мы первые. Всякий случай, держи телефон. Мы что-нибудь самое страшное найдем, да? Нет, там Вика, может, не хочет самое страшное. Вы мужики, а потом мы? Нет, вы езжайте, мы с Сашей. Давай, Вика, я подержу все. Мы с женой. Деньги-то, да? 500 рублей. Да, да, да. Надо сказать вам, подписывайтесь на него, у него прямо подписчиков, кто первый. А сейчас это надо подписываться на меня. На меня. На меня. Не, ну у меня пол ляма почти. Держи. Держи, держи. Попробуйте вначале пристегнуться, да. Пристегнуться со своими. Что, Вика, с Богом? Что, с тобой поедем? Ну, поедем. Вика уже боится. А тут все, которые эти есть. Да, не надо, все, полегче. Полегче, да? Да, полегче надо. А люди не верят, что у нас опять нет работы. Он уже испугался. Короче, они не захотели страшно. Что-то им очень страшно. Дирижабли нет. Все, прямо, прямо. Сейчас смотри, самое интересное будет. Сейчас подожди, сейчас они вверх подымутся, он притормозит, а потом
них хотели смотреть. На них смотри, на них смотри. Не соглашайся! И вот так вот каждый день. Этим-то можно? Им можно, да. Там есть детская? Так есть детская. Нет! Нет! Катаются там вот как раз такие... Взрослые с ума сходят. А им прикольно будет. Медуза мне в сапог. Ребят, классно! За 6 лет. Ну какого? Ребята, ну того стоит. Да. За 6 лет никто не говорил медуза мне в сапог. Просто дети рядом, я уже не стал так это. Я тебя вас. Так. Круто же, страшно, прикольно. Да, на камеру идем. Надо сказать, чтобы еще пришли. Да, ребята, очень приходите, круто. Очень рекомендую. Торговый центр Радуга с выходом на парк. Блин, у меня человека. Зарядка, Саша, села. Как мы катаемся, не будет видно. Меня-то видно, нет? Все, все классно. Хорошо видно? Да. Поехали. Что там происходит. И, ребят, вот такое вот действие у них там происходит, а они вот там в виртуальной реальности. Леня, ну что ты делаешь? Еще раз, очень страшно. Ну, прикольно, да? Прикольно? Так, так, можно мне как-нибудь пройти? Конечно. Ну как? Я просто круто? Саша, ты как? А вот, а Саша говорил там что-то. Ага, еле вылазит. Вообще жесть. Вообще жесть. Вниз головой летишь вообще просто. Это просто два видео получилось. Спасибо. Держи. Ты что, заснялось?